И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. А это, как вы поняли, метро. И не первая, которую мы с вами проходили. И не вторая часть случайной надежды, которую мы с вами проходили в прошлом году. Нет, это Exodus. Это Exodus. Красавец Exodus. И надеюсь, вам понравилась вступительная сценка, мне лично очень понравилась. Черт, эти черные так замучились с созданием вот этих снеговиков. Реально. Ну реально, так, почему такая хорошая копия, такие детализированные. Мне очень понравилось вступление. Я, наверное, это вступление буду брать каждый раз. Да, знаю, но извините, настолько хорошее вступление. Хотя ладно, не будем лишний раз этим морочиться, то мало ли, потом за авторское право или что-то вроде прилетит. Будем просто начинать прямо вот с такого вот ракурса. Но, кстати, у нас тут есть... Тут есть DLC. Подождите-ка, не совсем понимаю. Ладно, неважно. Неважно. Походу, их надо приобретать. Они у меня видят... Я вроде приобретал с DLC или нет? Нет, я приобретал DLC. Черт, не разберешь. Ладно, этим я, наверное, чуть позже разберусь. Так. Главы... Новая игра, продолжить и загрузить, у нас не работают настройки, вот давайте сразу сюда мы заглянем. Ой, вы посмотрите, вот, это, знаете, это как Fallout теперь уже выглядит, но почему-то вот так вот приятно. Так, в первую очередь видео повышаем по максимуму. Размытие, ладно, черт с ним, качество, ультра, соотношение сторон, 16, ну, пусть будет автоматически. Так, назад, сейчас, минуточку. Ой, как же это долго. Сохранить новые настройки, старые настройки будут восстановлены. Ой, как... Да вы издеваетесь. Ребят, вы не представляете даже, насколько это все сейчас поехало. У нас теперь 20... Нет, я возвращаюсь к базовым. Походу, игра сама настроилась так, как мне надо. Давайте тогда мы так и возьмем. Окей. Ой, теперь у меня все растянулось. Подождите, какие у меня были настройки изначальные? А, вот такие, наверное, были, да? 128. Окей. О, нет. На 80? Я просто сужу по окошечку боковому. Не совсем уверен насчет него. Полнужное правильное соотношение. И больше никуда рыться здесь давайте, пожалуй, не будем. Потому что у нас сначала было 60 FPS, потом сейчас до 22 упало. В общем, не знаю, что тут... Вообще тут, кстати, шикарный музончик сейчас шел, но я пришлось здесь все перерубать, врубать, перерубать, переключать. В общем, да, здесь будет монтажечек небольшой. Эх, ладно. Но я тут успел кое-что посмотреть, тут есть еще специальные возможности. Я тут ничего не трогал, давайте с вами посмотрим. Имя говорящего, фон субтитров, шрифт субтитров, средний... Управление QAT, часто нажимать, отключение звука. Кстати, вот давайте посмотрим, наверное, в звуке, там озвучка же должна быть, так ведь? Аудио дубли Atmos. Не знаю, в чем разница, но я как бы глух на одно ухо, но пусть будет. Может, это пространственный звук такой. Посмотрим, что тут еще есть. Дистилляция, фильтрация, текстуру. В общем, здесь много чего есть. Но у нас тело все. Так. Я ее сейчас перезапущу. Может, нужно, чтобы просто все это дело заработало. Дайте мне секунду тоже. Вот теперь уже все по-другому. Да. У меня теперь только 26-28 FPS вместо 60. Но лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Да, я заодно еще проверил у себя. У меня есть все DLC, а то я думаю, мало ли их нет. Просто, видимо, игра не позволяет. Видимо, тут надо в главах смотреть, как это было раньше. То есть, видите,
два полковника у меня не есть, история Сэма. Тут есть компании, вступление, Москва, DLC. Я ничего пока не запускал, я даже не знаю, почему это здесь есть. Ну, может быть, есть просто для вступления. Ладно. Ребят, мы все этого долго ждали. Мы тут как бы возились. Давайте еще повозимся. Да, знаю, это еще зараза. Мышь, чувствительность побольше возьмем. Потому что у меня, конечно, она сейчас на максималке работает. Мышка-то реально на меня на максималке сейчас. Так, ну, не ручаюсь за нее. Что у нас по клавиатуре? Передвижение стандартное, оружка стандартная, инвентарь. Все стандартное. Быстрое сохранение по классике. Фоторежим. Так, беру на F1. Нет, на F2, как в Майнкрафте, вы знаете, вот скрины. Если здесь есть фоторежим, как в Jedi Fallen Order, то я буду делать отличные с вами фотомоменты, когда нас пожирает каждый раз какой-нибудь медведь. Ну, медведь традиционный, имеется в виду. Ладно, не будем оттягивать больше неизбежное. Отправляемся! О, читатель. Смотрите, сколько здесь... Слушайте, я впервые в него буду играть, давайте определять. Данный режим предназначен в первую очередь для тех, кто еще только готовится к вызову мира метро и хочет просто насладиться сюжетом и атмосферой приключений Артема и его друзей. На данном уровне сложности сражения будут очень простыми, а боеприпасов и другого снаряжения будет вдоволь. Меня это привлекает. Легко. Рекомендуется для новичков. Сложность боев невысока, боеприпасы и другие ресурсы в достатке. Нормально. Рекомендуется для средних игроков. Вступать в бой приходится с осторожностью, так как противники не прощают ошибок. Из-за запасов фильтров и количества боеприпасов приходится пристально следить. Ой, зараза, мать вашу. Хардкор для самых опытных игроков. Каждое столкновение с противником представляет собой серьезный вызов. Боеприпасы и другие ресурсы необходимо строго экономить. Впрочем, никто не обещал, что будет легко. Рейнджер хардкор, я даже боюсь читать, но давайте посмотрим. Хардкорный режим рейнджера заставит вас играть с минимальным интерфейсом, без прицела и с меньшим боезапасом и усложненными битвами. И более внимательными противниками. Оружие будет выходить из строя быстрее, а доступных для починки оружия верстаков станет меньше. Может, читателя возьмем? Да, я знаю, мы все знаем, что я нормальный. Как бы средний уровень игрочок-то я. Но... мне хочется поизучать этот мир, который они сделали. В принципе, давайте с вами судить по факту. Мы с вами... как раньше? Хотя ладно, что раньше? Какое у меня правило? Если раньше играл, то бери всегда высокие уровни. Если не играл, то бери всегда ну нормальные, либо низкие, либо легкие, в зависимости от того, как считаешь. Давайте возьмем с вами, наверное, нормальный уровень. В крайнем случае, можем, наверное, перевести на читателя, я так думаю. Отправляемся. Нормальный уровень. Нет, ну слушайте, мы спасли метро дважды. Попробуем. В крайнем случае, перейду на читателя. Ну? Я еще помню жизнь до войны. О, какой голосок. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. И космос практически. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Да-да-да-да! Добро пожаловать!
вы эвакуируетесь. Вот что значит бункеры для всех, но не для всех. Без обид, ребят. Ну, реально, жуткая ситуация. Хотя бы поезда завезли. 7 миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. Да можно хоть сейчас это делать уже. Просто надо произвести массовую зачистку. Сразу было не на что. Но мы, люди, да просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ага, только каждый по-своему это делает. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Ага, конечно. А вот тут других бункеров нету. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. А скорее раззадорила их. Под землей не сахар. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Ой, мои любимцы. Мутировавшая крыска. Надеюсь, ну, по крайней мере, считаю, что они мутировали из крыс. Я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Мы упадем сейчас. А как мы так держимся до сих пор? Между годами серого существования и мигом надежды. Я выбираю надежду. Я должен еще поймать сигнал. Должен поймать сигнал. Слушай, ты должен поймать сигнал, Лович. Ты уже с черными попрощался. Вообще, интересно, мы встретим их? Было бы любопытно, если бы вы на них наткнулись. Может, тут и будет какая-нибудь пасхалка на них. Так, я что уже, это я, что ли? Я могу двигаться? Семь ФПС, шесть ФПС, семь ФПС, крылан, шесть ФПС, пять ФПС, четыре ФПС. 4 ФПС снова. 5-4. Ребят, кажется, у нас сегодня будет конец на обычной заставочке. Реально. Надо графику тогда снижать, что ли? Ой-о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 й
Нет. Ребят, это катастрофа. Настройки живо. Так, значит, видео. Качество. Понижаем до среднего. Реально, надо понижать. Надо понижать до среднего. Да, сейчас будет все вот прямо мыльцом-мыльцом. Но по-другому никак. Конечно, применить. Какие тут 28 секунд твои? Мне бы хоть что-то. И размытие. Низкое. Размытие, оно тоже пожирает изрядно. Вот, уже хоть что-то. Давай, спускаемся.
Да-да-да-да-да-да. Обычная московская канализация. Я так и поверил. Ой. Как всегда за Артём... Так. Так. Стоп. Ой. Артём Артёмович. Ага. У-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, у меня еще. Ребят, я не просто так сейчас говорю. Я проверяю работу системы. Вот по записи. О! Мистер, здравствуйте, как у вас тут дела? О, красота. И время идет. Да-да-да-да-да-да-да. Не терпи коней. Так. Поменять всегда успеем. Поменять успеем. Нам главное до входа добраться. Так. Открывай. Правильно, правильно мыслишь. Так. Нажмите L, чтобы поджечь паутину. Спасибо. Знаете, я что сейчас сделаю? В настройке управление, клавиатура, инвентарь, зажигалка. Назначено, окей. Control. Нет, нет, нет. Опять Control. Что ты мне все время так Control ставишь ее? Ладно, пусть пока будет Control. Не спрашивайте, как это работает. Я подключил к мышке, но мне стало еще только... неудобнее от этого. О, это детский смех. Просто красота. Оля, я тебя люблю, мила. То есть, эти трупачки здесь еще с тех... Ой, ФПС как посел. ФПС посел, товарищи. Вы знаете, что это значит. О, фоторежимчик теперь можем. Вообще, спасибо. Ну, управление... какое управление? Видео. Соотношение сторон. Автоматическое качество. Размытие. А, тут вообще... И тут его нельзя выключить? Вообще шикарно. Ладно. Качество текстур низкое. Да, ребят, я буду этим промышлять. Уж извините. Но, видимо, мой ноутбук... хоть пригоден для этой игры, но на минималках. А, что поделаешь? Эй, я сказал качество низкое. А он на среднее ставит. Вот зараза какая. Так, теперь у вас зеленый экран. Минуточку, ребят. Запись пошла. Снова. Да, я буду обрезать временами, ребят. Извините. По-другому никак. Ой, сколько тут людишек. А там сколько всего. Ты не можешь войти туда? Нет? Не может, да и не хочет. Ладно, идемте тогда к нашим друзьям. Сколько же здесь людей полегло. Это кошмар. Ну ладно, идемте туда. Тут все равно я вряд ли думаю, что-нибудь найдем. А это вот... Ой, да, у меня FPS до сих пор лагает жуть как. Реально. Не поймешь, что с этим FPS-ом делать. Так, подождите-ка. Мне бы подвинуть все здесь. Я хотел подвинуть поближе, чтобы неудобнее было управлять. Но теперь... У тебя единственная оружка? Надень-ка обратно. Я... Смотрите, у него там вроде все кончилось, но я в этом не уверен.
Ой, ФПС-то какой, ну почему ФПС такой? Ребят, я сильно извиняюсь. Вообще, давайте, кстати, сделаем быстрое сохранение, коль уж на то пошло. И... Да, в настройки опять сейчас буду соваться. Может, в игре надо прицел подсказки удерживать автоопределение геймпад? А, то есть здесь еще... Пошли вы, я не буду на геймпаде. Я буду нам с помощью мышки. Может, соотношение сторон просто отрегулировать? То есть, если оно будет изначально нормальным. То есть... какое широкое. У меня 16 на 9. 16 на 9. Вот, нормальное. Качество низкое. Может, наоборот, размытие большое сделать или хотя бы нормальное? Просто не знаю, кто знает, как работает это размытие. Вы должны перезапустить игру, чтобы изменить вступили в силу. Нет, отмена. Direx 12 у меня, конечно, есть. Отмена. Так. Да, сохранить. Коэффициент шендеринга. Шейдинга. Фильтрация текстур. Ой, ребят, походу нам придется с вами здесь сейчас повозиться, просто чтобы выжить максимум. Так, я ставлю на паузу, я сейчас повожусь, поколдую, и мы вернемся. Слышу мы пустота. Как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Да ну. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Ребят, еще раз всем привет. Я повозился сейчас с настройками. Пришлось пару раз перезапускать компьютер. Точнее, ноутбук. Ой, в общем, настоящая главная канитель с этим Экзодусом. И как видите, он тут внизу еще грузится. Я сейчас запустил на продолжить. То есть технически мы должны вернуться в ту точку, где мы сохранились. То есть у этой двери, когда мы выходили вот прямо вот через канализацию. Не знаю, что будет. Чисто эксперимент. В общем, назову сегодняшнее видео Экзодус. Как уж даже это не знаю. Наверное, муки Экзодуса. Или кара Экзодуса. О, кара Экзодуса. Прямо шикарное название. Ты будешь погружаться или игра? Алло. Слушай, может такими темпами нас все-таки на читателя перейти? А то если она будет глючить, это прям кошмар какой для нас будет. Ну просто реально, хотя бы поубивать все будем быстрее и легче. Будем наслаждаться сюжетом. С другой стороны, никакого адреналина не будет. О, все. Удерживайте. Вы видите это? Удержите У. Наконец-то. Никакие там ешечки. У. Русенькое все. Ой. 15-17 FPS. Вообще. Вообще прекрасно. Ой, смотри, сколько здесь. Ой. Это что было? Ладно, неважно. Ой. Подождите-ка. В настройки опять загляну, потому что я не успел их проверить. Так, низкое соотношение. Размытие на низкое тоже. Давай поставь-ка. Да. Все нормально. О! 23 FPS!
Красота. 20-20 FPS. Вот теперь мы же заживем. Вот теперь заживем. Возьми все. Это нам пригодится. О, какая деталька хорошая. О, спасибо. Буду звать тебя дядя Пись. А, тут нужна батарейка. А где мой, извините, прибор самозарядки? Это как вообще такое называется? Давай, залезай. Ой, дожили. Так, подождите, а на что я тогда приседаю? Я просто хочу понять, на что здесь приседать. Да, ребят, будем мучиться. Сегодня будет Кар Экзодус у нас, видимо. Передвижение. Ну, конечно, ее нет. Это Ctrl всегда был. О, так, подождите, инвентарь тогда, зажигалка. О, вот я даже не знаю, на что зажигалку поставить. Давайте на игрок. Клавиш уже, уже назначена чем-то. Ладно. Б тоже назначена. X тоже назначена. Нет. О, М. Хотя М, по-моему, это карта, да, была? Так, оружие. Огонь. Левая кнопка мыши. Инвентарь. Чистая проверка. Аптечка. Бинокль. ПНВ, планшет. Да, все. Во. Все, разобрались хоть с чем-то. О. О, есть свешель поджег. Ну хотя бы теперь стало нормально, относительно. Красота. А ну покажись! Я тебя слышу, зараза! Она прямо надо мной. Приветствую, дружбан. Ой, 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 убери их, убери. Сразу с традиционного Ханманенс мантра. Аликинденбюс мантра мантра. Как-то Хан говорил. Карента маснурата мантра. Ой, походу кто-то сейчас сгорит. Вот говорю вам, кто-то сейчас будет гореть. И это я. Hello? Oh, мне это не нравится. Тут уже что-то свеженькое. Заброшенная станция. Да ладно. А мне так не кажется. Привет. Как дела на заброшке? Давай, зажги. Тут видишь, сколько фонариков. Hello? Ой, кыш от меня! Кыш, 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 кыш. Кыш от меня! Ну, началось! А ну, кыш от меня! Чего, сколько их тут развелось? Может снять противогаз? Все равно ни черта в нем не видно, а он не дышит. Ну-ка. Нет, зажги. О! Это что, заметка? Новая заметка. Надорванный блокнот. 11 августа. Приехали. Пока все тихо. Видно только пару крыс. Ребята разгружают дрезину, готовят шашлык. Это для себя добило. Нас... Старые блокпосты народу не хватает. Коля подогнал за второй партией. А мы пока будем держать только перрон и гермоворота. Михалычу там еще, похоже, черти сколько возиться. Все проржавело намертво. Неудивительно, сколько не меняли. Я весь чай попил, дожили. Сегодня точно экзодусское проклятие, народ. Я без чая. Пристрелил пару стражей. Подкрались под эскалатором, сволочи. Привод, кажется, из
сдох окончательно. Михалыч ничего не обещает. Фильтров маловато, надо скорее что-то решить. Скорее всего, заварим пока проем листом железа, дальше будем думать. Наверху огромная стая, к нам пока не лезут, но все равно Коля привез автоген. Но работать невозможно, на малейший шум сверху сразу вой, ставим растяжки. А вот это вот интересненько. Минуточку, я наличие яичек, он мне понадобится, ибо надо запивать нервишки. Секунду. Так, яичек сделал на быструю руку. Сожги ты уже, почему ты здесь все выключаешь? Может, тут есть что-нибудь? Какие-нибудь оружки, патрончики? Ладно, идемте туда навстречу к ребятам. А ну, кыш от меня! Кто следующий? Так, зажигается? Или нет? Пусто? Или есть? Че, у кого что есть? Стоп. Тут что-то я сейчас... Или это... А, это моя перезарядка. Это моё. Это все моё. Ладно, идемте сюда. Че остается? О, кто-то что-то тут готовил. Для них жар, да? Спару. Давайте я тоже возьму. Вот сюда встану и буду жахать. Нет. Артём, ты скучный. Нам как бы туда. А, да поехали. А ну иди ко мне. Эскадрон смерти. Ну, кто следующий? Выходим отсюда. Ах ты, зараза. Давай, Артёмыч. Запирай, мать твою, запирай, кому сказал. Да, прямо в глаз. Кыш от моей ноги. Кыш от моей руки. От ноги, от руки тоже. Кыш. Да отстань от меня! Никого не... рвут? Серьезно? Это я, по-моему, здесь всех пока ножиком рву. Я невкусный! Держись, мужик! Прикрывайся. Спасибо, мужик! О, Дамир, князь! Я не знаю, кто вы, но я рад вас видеть. Да че? Что со мной? Как видишь, сам сказал помяли. Да ладно уж. Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, открывай тогда! Вперед! ВДНХ. Независимая станция. О, мы вернулись. Сколько времени прошло? Опять Артём по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикрути язык. Он же нас спасал. Подожди, куда дальше? Даже налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? Да, конечно, в курсе. А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Ой, спасибушки. А меня просто покусали. В ногу и в руку. Ни больше, ни меньше. Да уж... Самое забавное, знаете что? О, Аннушка, приветствую. Как там мелкий? Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо.
Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Ну, если только не баскироваться. Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Ой, да ладно. Китайцы, знаешь, они как крысы. Как тараканы. Выживают массово. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно. Твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал. Она же тебя, дурака, любит. Ой, кто б говорил-то? Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял. Хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Слышал эту фразу? Все? Люблю отвечать на этот вопрос. Ты, я вижу, любой. Уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Ух ты, серьезно? Пойдем, надо поговорить. Переезд в полис. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Ага, конечно, в последний раз. Вот такая. Я управляю Артемом, я на тебе не женат. Это он женат, Артем, а не я. Мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Да ладно тебе. Я сталкер, в конце Скажу концов. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Ой. Может, скажешь хоть пару словечек ему? Или, как всегда, традиционно молчать будешь? Да, молодцы. Здоровяки такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. О. Да уж. Только вот на поверхности... Айр... Заметочка. Амбулаторная карта. Черный Артем. Это типа в честь наших официальных родителей, черные вот эти, да, которые вот захватили его раз, первые его приютили раньше, чем этот идиот с станции ВДНХ, да? Ой, мельник, мельник. О, черный Артем. Артем черный. Дата рождения 31 апреля 2009 года. Ой, какой молодняк. Группа крови. Четвертая положительная. Дата поступления. Третий раз уже. И чего? Знаете, я в поликлинику к сурдологу на аутоскопию хожу каждые полгода. Ничего. Хотя сегодня тоже ходил. Говорили, можете уже ходить один раз в год. Но я сказал, буду ходить каждые полгода. Чтобы не жаловались. Нет, ну если серьезно, проверка слуха это обязательно для меня. В моем случае. Так. Диагноз. Рецидив ЛБ. Легкая форма. Ориентированная доза. 1-1,5 грамма. Прогноз благоприятный. Что ты мне там врал, доктор? Благоприятный прогноз. А говоришь, не можешь вытащить с того света. Лечение. Гемотрансфузия. 0,5 литра. ЗНД. Зондирование, что ли? Калииодиум внутрь. Постельный режим. Запретить выходы на поверхность на год минимум. Ой, это проблемка. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут. А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Ну, не знаю. Да сколько угодно. Вон сколько лет сидим. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артем на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливается. Дядя Артем, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Ой, вы...
Ах вы скотины, взяли начало из третьей книги. Формально, это есть третья. Сколько можно? Ладно, у самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей. А ты вообще помолчи, дура. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Отлично, мечты поправляют здоровье. Ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Какой жестокий? Обычный добрый человек. Зараза какая. Я тут, извините, вас спасать хочу, а вы тут все. Склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Ну, и что тогда делать? Привет. Что скажете? Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Почему? Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Ой, да ладно. Я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно. Но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Спасибо, конечно, за совет. И совет реально здравый. Мне нужна собственная команда с Блэкджеком. Ну, и что тогда делать? Да, продолжает разговор. Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да... Если не они, то кто? Ой. Вот серьезно? Что это у вас за фразочки такие? Если не он, то кто? Если не они, то кто? Говорил, немедленно возвращайся в поле. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артём? Хватит. Артём, то Артём, всё. Задуем, чтоб не видели. Ты бы уже обзавела. Ты, ладно? Вас ждет квартира со всеми удобствами, а не эта лачуга, в которой вы пытаетесь что жить. Что значит пытаемся? То и значит. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит! А о ком думать? Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает опытных бойцов. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизней. Ах, ну сколько можно вас уговаривать? А, я уже желтый правдук сейчас будешь петь. Папа, без Артёма я ни за что не вернусь, а он... Анна, это безумие! Кто бы говорил, товарищ, я глушу весь мир. Столько времени проводить на поверхности. Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации, не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Но ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артём и вправду слышал сигнал? Сможешь простить себе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни. Растить детей под лучами солнца. Настоящего солнца, пап! Ладно. Я не смогу. Давай дождемся Артема. И еще раз спокойно все обсудим. Но даже если он какой-то сигнал слышал, это не обязательно значит что-то хорошее. Поговорим об этом позже. Тут слишком много ушей. Ой, да ладно тебе, будто... Будто французы или китайцы сюда приехали. Вот слушайте, вот я сейчас просто подумал. Мельник бывший военный. Да, ребят, я читал. Метро 2035. Ну, не... Я читал все метро. Я знаю сюжет. Ну вот, просто скажу вкратце. Вы уже поняли. Ну, он бывший вояка. Он буквально мешает найти сигнал. Хотя... В вопросах с черными он не робел и прям помогал во всем Артему. Просто потому, что он не знал, что это такое, а Артем знает. И тут то же самое. Артем знает, а он его препятствует. Ну это ж подозрительно. Ну палится же. Палит контору. Давай, открывай уже, идем. А, ну, привет. О, какие люди, Артем. Здоров как бык. Ну ты, князь, конечно, дал. Темыч, как ты, дорогой?
Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пир. Артемыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как? Да ладно? Ну, Лёна, ну ты как всё же. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Приветствую, приветствую. Ладно, всё. О, дядя Сэм. Даю вам 2 часа на всё про всё. Ура! 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 Сейчас устроим! У меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Чего держаться? То есть мне сейчас пострелять, что ли, надо? А, неделю спустя. А я за гость. Ну ладно. Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Надо выше подняться. Где глушилка? О! Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Ну отлично. Можешь попросить подвести повыше. Пойдем домой, а? Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Ну молчит, хорошо. Артем, потому что умер. Да почему же, видишь, летает? Какой умер? Птицы летают местные. Ауна есть. Надо просто выйти в... на место и все. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Так. Нажмите. Я меняю. Да нет, я вот только сейчас поменял. Ничего такого, дорогая, ничего такого не говори. Все хорошо. Так, поехали. Эй, куда ты ушла уже? Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. Да ладно. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Да практически. Лучше залезть, конечно, на нас... Как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Да в мире? Все в таком виде. Представляешь, что в остальном мире творится? Ну-ка. Намастере Марадам Мантра. Освещаем все. О, ты подожди спускаться. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Ну, не знаю насчет шуганого, не шуганого. Но тут много чего интересного. Посмотрите, какие виды. А главное, 23 стандартных FPS. Ребят, мы живем, мы живем. О! Анамастера Старопин Мантра. А на мастерию старит и мантра. Чтобы потом, когда кто-нибудь сюда пошел. И, хотя я не знаю, может, Артем освещал уже это все дело зону. Черт знает, черт знает. Слушайте, у Хана работал. Вообще Хан, кстати, пропал. И он не появится, к сожалению, в этой части. Жалко. Но мне нравился Хан. Ну, идем. Та-там, та-там, та-та-та-там. Сей ночь. О! Может, все же вернешься в орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Ой. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Ой, не мечтай даже об этом. Даже не мечтай. Свою купим на собственные деньги. Опять? Ну ладно. Слушай, ну тут настройки по стандарту. Это мне вообще устраивает. Вот тебе, так, собственный... Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Ну давай. Теперь ты. Подожди, ветер сдуется. О, посмотрите, какая красота. Та-да-да-та-та-та-да. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт, слышал? Да. Ой! Так, я подзаряжу. Слышу. Я хочу включить фонарь. Ты ж понимаешь? Опять? Агась.
Привет. Эш! Молодец. Слушай, она умеет стрелять. Наконец-то научилась. Да, неплохо. Слушай, а год с жизнь. Да ладно тебе. Давай сюда, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Ой, да начни чего переживать. Успокойся ты. Вот видишь, тут даже трупик лежит. Видишь, что только не находим. Зря переживаешь. Может, есть какая-нибудь записочка. Ну, типа, последнему похоронному бюро завещается и т.д. и т.п. Нет, нету. Черт, даже стекол нету. Ладно, может, и упали зеркала. А ты где? Анна. Ты куда убежала? Ладно, не хочу даже знать. Ой, у меня перебор, да? Подождите. Отлично. В общем, у меня перебор всего. А как перезаряжать золото? Или они избавили нас от от возможности перезаряжать золото? Ура, спасибо, 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 спасибо. А тут что у нас? О, заметка. Подождите, еще одна заметка была наверху где-то. Ай, как я ее пропустил-то? Ладно. Записка сталкера. Толик, если доберешься до магазина, ищи прежде всего справочник радиолюбителя 970-го, юный радиолюбитель 1979-го, радиоприемник своими руками 55-го, как построить детекторный приемник 60-го, техника радиоприема, простые приемники АМ-сигнал 1967-го, радио на селе 63-го, радио в помощь механизатору 64-го. Разве это не одно и то же? Ну ладно, книги сложнее не бери, деталей все равно нет. Будем колхозить из карандашных грифелей и консервных банок. Ну, план как план. Может возьмем? Ну а что? Нет, что, заказ есть? Есть получатель. Что-то есть. То есть получается, там наверху что-то было. Но я это что-то было... И он не может уже залезть. Ну, молодчина. Подождите, может здесь что-то валялось? Мало ли. Это же санузел. В таких местах всегда что-то нибудь доваляется. Вот, к примеру, вот этот Гаргора. Не знаю, это Гаргора называется, так ведь? Буду звать их крысками. Крыски. Милые, маленькие, уютненькие. И знаете... Бесящие, бесящие. Так, пустой. Обгорелый. Привет! Пошумим. Она меня там ждет. Значит, обойдем. Тут что у нас? Так, ладно. Наверное, сегодня мы с вами доберемся до... Да... Сколько у меня вообще, кстати, их запас, чисто из любопытства? Ну, идем. Насос-станция? Насосная, что ли, может быть, имеется в виду станция? Ну ладно, допустим. Вот знаете, обидно. То есть, если там наверху реально была заметка, то мне жалко, что я ее упустил. Я вроде все смотрел. У нас FPS сейчас 18-20. То есть, технически я не мог попустить сам. О! Записка Шуры. Масло подсолнечное, 1 литр. Клава из главка, кольцо. Сахар 2 килограмма, Роза Александровна, 253,18, лыжечки. Гречка 4 килограмма, молодец. Маргарита Семеновна, 253,23, серьги и монеты.
Я думал, котлеты. Вот такая... Слушайте... Сколько... Стая. Столько этого нам и не хватало. Да ладно, не шуми, они пробегут, и все будет хорошо. Ты где там? Эй, как мне тут пройти? Просто не шуми. Они пробегут, а мы будем... Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. О. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Может, дело... Да куда ты посунулась? Дура, что ли? Стрелять пошла. О. Молодец. Слушай, она реально убивает. Молодец. Лежать, лысик. Жива? Неплохо мы их накрошили. И не говори. Только у меня фильтры кончаются. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Нет. Тут другое. Можно? Спасибо. Есть что-нибудь полезненькое? О, есть. Конечно. Почему бы не спрятать-то в автобусе? О, давайте попробуем. Так. Эффекты, оверлей. Фоторежимчик. Ладно, давайте сначала мы выберем хороший момент. Анна, ты где? Я хочу тебя сфоткать. Куда она подевалась? Что за женщина? Анна. Оно ходячее, ты где? Кто-нибудь видит жену Артема? Я не вижу. А, вот она. Ну ладно, где-нибудь наверху бы. П, протереть стекло. Спасибо. Это прямо, знаете, как спасает. А тут вот фоторежим не работает. Давай, залезай уже. Черт, чертыхаться будешь потом. Поехали. Давай, 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 вытаскивай меня. О. Так, попробуем сейчас сделать. Глубина резкости. Фокусировка на расстоянии. Диафрагма. Я не знаю, как это работает. О, тут есть сетка. У. Да, это сеточка. Наклон. О, шикарно. Я, наверное, возьму этот кадр. Фильтр. А, Эйзенштейн. Вы посмотрите, что здесь есть. О-о-о. Ребята, вы это... Вы... Это красота. Вот это на тебе. Выбирай, какой кадр лучше. Эйзенштейн. Мне, значит, очень понравился закат. Вы только посмотрите. Так, скрыть интерфейс.
Вот из этого я и сделаю первую арт-заставку. Вот победите мое слово. Тут есть еще оверлей, рамка, логотип. Выключен. Значит, а тут есть логотип? А, во! Можно было... Ладно, можно без... так. Ладно. А что тут у нас? Я тоже... Ладно, допустим. Хотя, знаешь, тут столько всего интересного. Может, тут есть какой-то труп? Ну, мы сделали отличный кадр. Я не буду его менять. Сомневаюсь? Да-да-да-да-да-да-да. Привет. Что за черт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Обычный поезд. Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Ну, Ганза, видимо, готовится к расширению. Приветствую. Видели, что там едет? Видели, видели. Давайте быстрее. Эй! Вот серьезно. Вы что, меня глушили, зараза? Ух ты, уже, по сути, целый час играем. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Эй, это моя фамилия, не трожь, пожалуйста. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Нет, деревня, конечно. Как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? Да, а ты что думала? Не быть. Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Ага, расскажем. Тебе сейчас не понравится, что ты сейчас увидишь. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Они вам не понадобятся. А противогазы не понадобятся. Ах ты тупица ганзовская. Кыш, кыш, собака, кыш! Убейте эту собаку! Оу, красота! А мог бы жить да жить. Поехали. Жить да жить? Да вы спятили, что ли? О, она еще двигается. У нее еще мимика двигается. Кошмар. Кто-нибудь снимите с меня этих полутрупов. Надо найти что-нибудь. Артём, забирай противогаз. Живо. Любой сгодится, даже этот. Ой, хоть что-то хорошее. Ой. Сколько же трупаков. Ой, кошмар. У нас еще и Анну похитили, надо ее спасать. Эй, дайте хоть патрончиков. Ну-ка. Ладно, поехали.
Кошмар. Сколько они тут людей поубивали? Потом еще... О, аптечка. Может, есть что-нибудь? Красота. Да, согласен. Медкит пора сразу применять. Сразу хоть полегче станет. Без этих кровоподтеков. Так. А тут не пройти, что ли? Ну ладно. Так, вроде пока все тихо, спокойно. Ой. Мелкие крыланы. А ну-ка, поехали. Давай, полезли. Походу, монтироваться сегодня будет долго. Наверное, скорее всего, вы это увидите уже утром, ребят. Вот это да. Вот зараза-то. Ну, давай. Или можешь на этом сделать... перерывчик небольшой. Вот тебе и новости. Что ж, ребят, давайте тогда действительно на этом пока мы остановимся. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, быстрое сохранение, ставим лайк этому видео, пишем комментарий по поводу, что вы ждете от этой игры. Я жду всего, что было в книге. Ой, да. Реально. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Так что не забудьте подписаться на канал и поставить заодно колокольчик. Вместе с комментарием, опять же лайком. И подписаться в группе Дискорде ВКонтакте, ссылочки найдете в описании. Ну а с вами был Альберт Вескер. Вы на канале Umbrella Tech Incorporated. И увидимся с вами очень скоро. В следующем прохождении в метро. Exodus.